Всем огромный привет! Мы сегодня всей нашей семьей поедем в одно интересное место и берем вас с собой. Сейчас мы проезжаем по трассе. Ничего интересного здесь нету, честное слово. Тут еще все пищит, все сигналит. Но мы уже близки, надеюсь. В общем, как приедем, все обязательно покажем. Надеюсь, будет интересно как нам, так и вам. Так что поехали вместе с нами. Мы приехали в Пышму. Мы сегодня были в Арамиле, потом проехали около Березовского и сейчас заехали в Пышму. Мы вообще-то планировали в музей, не знаю, попадем или нет. Вот он через дорогу. Тут благополучно все отсвечивает из-за солнца, конечно. Сейчас тормознулись на Газпром нефти. В Арамиле, кстати, тоже были на Газпроме. Все-таки вкусный кофе на Газпроме, очень вкусный. И сосиски вкусные, да-да. Так, в общем, постараемся сейчас как-то через мост приехать. Сказали, что через мост, и там платная парковка, и очень большой музей. Интересно должно быть всем. Но первое, что мы приехали поздно, второе, пока не знаем, как проехать. И третье, дети настроены, что им будет неинтересно. А я как в предвкушении, что мне будет интересно. В общем, такая вот Пышма, вернее, начало Пышмы. Все, доехали. Мы здесь, кстати, ветер такой прохладный. Были на той части дороги, сейчас мы и здесь. Посмотрим, что сегодня успеем. Музей работает до 7, парковка платная, 100 рублей. Верхняя Пышма — это Свердловская область. Я смотрю, здесь на улице много выставочных. Самолеты, танки, военная техника. Ладно, сейчас зайдем. И попробуем по максимуму все посмотреть до 7 часов сегодня. Это все на территории, вот музей огромный. Скорее всего, сегодня все не успеем. Вот, смотрите, авто 20 века УГМК. Да, ну, Пышма — это УГМКшная. УГМКшная, есть такое слово? Я опять сейчас наговорю, мне потом замечание делать. ГМК. Как в Москве, прям смотрите. И самолет летит так в тему, и труба. В общем, все. И солнце. Слушайте, классный кадр. Надо запечатлеть. Так, семейство. Музей, Крылья Победы. Холодно, руки замерзли. А вот и техника. Не бойся, это же не рабочая, Марина. Да. Только КВ-44 мы пришли. Нет, на удивление, Максим тоже хорошо все воспринял. Пока. Их, мне кажется, из воды достали. Видишь? Да, пока вовлеченно все рассматривает. Классно, впечатляет вообще. Очень много экспонатов стоит, выставочных. Но надо сюда ехать, когда тепло. Руки реально уже замерзли, нос замерз. Но все чисто, все аккуратно. И огромная территория просто.
Пойдемте в здание смотреть экскурсию. В общем, у Максима каникулы, и мы решили с пользой провести, чтобы было не так много народу. Ну, то есть сейчас не торговый центр, ничего, раз все равно эпидемия ОРВИ ежегодная. Я говорю про ежегодную. И решили посетить музей. Тут на самом деле народу никого. Висит несколько курточек, но такие масштабы, я думаю, что мы, скорее всего, даже не пересечемся. Как раз-таки Максимке интересна вся эта тема, техника, просто авто, военная техника. Вначале, конечно, сказала, что ничего интересного, но теперь он с удовольствием прогуливается. Так что мы сейчас согрелись в кофе практически уже и пойдем вот туда. А здесь сказали, можно пофотографироваться и им посидеть, что, собственно говоря, мы делаем. Вот они наши, Максим, Алена и Марина. Вот стекло, смотрите, чтобы грязь не попадала. Оно аж тройное. Раз, два и три поднимается. Шикарно просто. Это вы представляете, как они с ветерком катались раньше? Машина как произведение искусства. Что на что гораст. Пойдемте на второй этаж. Обязательно. Четыре этажа мы все посмотрим. Кстати, линейка Кадиллаков представлена, что сейчас вдоль проходила. Разные года выпуска. И все Кадиллаки. Нет, я соврала, тут не все Кадиллаки, тут и Пежо есть, вот серия Пежо, а это вообще BMW. Ну, видите, я не автомобилист, просто я посмотрела, что некоторые, вернее, первые все эти Кадиллаки, поэтому сказала, что весь ряд. Смотрите, как интересно, первая гусеница как будто. Кстати, очень большой музей. Вообще, даже для Урала, вообще, для России он большой. Форд модель А, Сноу Флайер. А, Сноу, тут и лужи, поэтому спереди. Все теперь понятно. В общем, автолюбителям, всем лицам мужского пола разных возрастов очень интересно будет. Ладно, мне тоже нравится, правда. Мне больше нравится, насколько это эстетично, красиво, как здесь все аккуратно. Модели все разнообразные. И просто приятно посмотреть и окунуться в прошлое. Я думаю, что тут будет представлена современность. Сейчас идем. Посмотрим и посмотрим. Мы решили подняться на четвертый этаж и уже вниз потом спускаться. Четвертый этаж встречает нас с мотоциклами. Это Иш. Тут ряд тоже Иш. Урал, по-моему, Урал.
еще иж планеты. Юпитер. Макс. Класс. Кому класс холодненький? Следующий зал. Ралли-марафон. Смотрите, тут еще показывают. Рассказывают и показывают. Да, когда двое снимают, очень удобно. Начинают, мама. Гоночные, да, это машины. Начинают. Угу. Начинают. Воевать. Да не воевать, это гоночная, Маринка. Это не военная техника. Вот мы там на улице как раз гуляли, сейчас здесь теплее смотрим на это же самое. Модели эти 17 и 16 года аж. А там еще старее есть. А вот эти, которые чистые тачки, их года скрывают. Да, смотрите, Максим, какой там год написан есть? Нет, да? А мама с ним говорила, что если больше двухэтаж, то меньше уж. Третий этаж. Москвич Делюкс салон. Москвич 427, Москвич 433, Москвич 2137, Москвич 2140 СЛ, ну, по-английски, короче. Москвич 2140, Москвич 2141, Москвич 2142, да, это два. 1999. Так, Москвич 2142, князь Владимир. Заценили, да, вот уже. Опа. Москвич 2142, Иван Калита. С 98 по 2001. Так, ИШ 27151. Москвич 412 ИФ. Это я читаю. А ВАЗ 2101 Жигули. Надо, да, Маринка? ВАЗ 2102 Жигули. 2103 Жигули. ВАЗ 2106.
05. ЗИЛ. Смотрите, это ЗИЛ представительский. Последний базовый лимузин из представительского семейства ЗИЛ-115. Это все из семейства ЗИЛ. Что это, Саш? Волга. А, да-да-да, вот они за это поддерживают. Смотри, когда Максим, смотрим парады, ты помнишь? Или ничего ты не помнишь, Максимка? Девочки-то точно не помнят. А вот парад на 9 мая, ну, чаще по телевизору, конечно, смотри. Поддерживают. Мне только вот это не надо. А это Нива. Смотрите, 4x4. По бездорожью самая классная машина. Тачка. По настоящее время, кстати, выпускается. 77-й по настоящее время. 21-21 Нива. Так она до сих пор выпускается, Максим. ЛуАЗ, Волынь, 56-79. Транспортеры переднего края легкого плавающего внедорожника. Первые микроавтобусики вот такие были. 75 по 94. Польская фабрика грузовых автомобилей ЗУК. Яраз, 79 по 95. Скорая. РАФ. Какая скорая? Татра. Считалась престижнее Волги. На второй этаж спустились. Фотозоны, кстати, почти на каждом этаже есть фотозоны, можно пофотографироваться. ГАЗ, 1932. ГАЗ-4. 33 по 37. Москва. Там что-то еще написано. ГАЗ ААА. 35 и 43.
как это, пожарный расчет, да? ПМГ-1, газ АА. Хорошо, смотрите. ЗИС Спорт 39, 20 лет в ВКСМ. Посмотри, какие тут еще машинки есть. Газ АА, газ ММ. 32-49 год. Легендарная полуторка. Грузоподъемность 1,5 тонны. Санитарный автомобиль. На шасси полуторки газ АА. Газ 67Б. Бюро. Нет, Максим, не надо тут. Смотрим просто классками. Авто ЭГМК. ГАЗ М20 Победа. 46-й по 48-й, потом 49-й по 55-й. Началась разработка в 43-м. 49-й по 53-й, тоже победа М20Б. И тоже победа М20В. 55-й, 58-й, обновленная версия. Нет. Ну, не знаю, может, не чинят. Москвич 402 с 56 по 58. Модель новая. Новое поколение. 62 по 65. Москвич 403. Москвич 423Н. Москвич 432. Москвич 410. Москвич 411.
Арина, кстати, это... Все, уже вышли, ой, уже темно, но он красиво подсвечивается, этот музей, смотрите, красота. Мы под самое закрытие были, как я поняла, что мы вот в автомобильном последнем были, и там в военном тоже еще семья одна выходила, и все. Очень все чисто, очень аккуратно, в туалетах чисто, приятно находиться, в общем, музей на высоте шикарнейшем просто. Ну и мы вообще одни гуляли, посетителей минимум было, я не знаю, может то, что мы в будни поехали, но класс. Я в приятном, то что в восторге, но приятно погуляла, мне очень понравилось. Всем могу посоветовать. Военную технику, когда посетим, отдельно расскажем.